Здравствуйте, любители виноградной лозы. Сегодня 4 мая. Перед нами куст кеша. Про него я снимал всего лишь пару дней назад. И вот уже я заметил, что здесь появился клещ. Вот он, видно. Коричневые пятнышки. Вот это и есть клещ. Его надо будет опрыскивать. Опрыскивать чем-то серосодержащими, какими-то растворами. То есть будем лечить. Так что надо обязательно сделать опрыскивание. Клещ вылез из почки, и вот он поражает молодые побеги. Если его не лечить, то эти листья все завянут. А здесь две почки, как у нас были, так и есть, по чуть-чуть подрастают. Вот, подписывайтесь на канал и будете смотреть дальше обновленные видео, в частности про этот кустик винограда. До новых встреч!